Молодежь оградят от алкоголя. Законопроект об увеличении возрастного ценза при продаже спиртного поступил в Госдуму. Согласно документу, россиянам моложе 21 года спиртные напитки в магазинах продавать не будут. Продавцам-нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года. Инициативу повысить минимальный возраст покупателя алкоголя с 18 до 21 года поддерживают 76% опрошенных россиян. Таковы выводы Всероссийского центра общественного мнения. Причем наибольшую поддержку инициатива получила среди людей предпенсионного и пенсионного возрастов. Скептически идею повышения минимального возраста покупателя алкогольной продукции воспринял каждый пятый, то есть 21% опрошенных. И лишь 3% респондентов затруднились.